Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. Около 200 человек получили в Ангарске гражданство нашей страны с начала текущего года. В 2020 было на 50 меньше. Как отмечают в отделе по вопросам миграции, с каждым годом желающих стать обладателем российского паспорта становится все больше. Согласно статистике, российское гражданство с начала года получили более 500 000 иностранцев. Эксперты отмечают, если динамика сохранится, то 2021 по этому показателю будет рекордным. Рост числа желающих в ведомстве наблюдают уже несколько лет. Связано это с упрощением правил. Согласно указу президента 364-го, уже на протяжении длительного времени продлеваются преференции для иностранных граждан, находящихся здесь на территории. У них появилась возможность как легализоваться, так и послабление в оформлении вот этих всех документов, да, для приобретения определенного статуса. То есть, проще сказать, если раньше он был нелегалом, то в соответствии с этим указом он мог себя легализовать, получить какие-то разрешительные документы, при наличии родственников начать процедуру оформления для получения гражданства. Ввиду этого в тот год они начинали это все делать, когда вступили в силу вот эти все послабления. И к этому году уже подошли более или менее с готовыми там документами, то есть со своими, с легальным своим положением. Отметим, если в центральных районах страны большая часть обратившихся за гражданством жителей юго-востока Украины, то в Сибири, в том числе и Ангарске, ситуация другая. У нас традиционно на территории больше таджиков находится, то есть они приблизительно 50% этого, как они и приезжали, соответственно, они здесь больше и находились. Узбеки, в основном, Украина, Казахстан, но Казахстан и Украина, то есть это не... наши соотечественники, грубо говоря, то есть там не этнические казахи к нам едут. Альберт Домнин, Алексей Резник, новости 360 Ангарск. Качеством ремонта ангарских дорог в этом году власти остались довольны. А вот многих горожан он не впечатлил. Например, поступают жалобы на остановочные пункты на улице Чайковского, где в этом году прошла реконструкция. Здесь все живут, как и прежде, с любовью и верой в душе. Пацаны смотрят вдаль с надеждой, но трамвай не ходит уже. Конечно, в Ангарске не все как в песне. На остановке никакие не пацаны, а пожилые ангарчане. Да и трамвай хоть редко, но ходит. После ремонта улицы Чайковского остановки электротранспорта можно определить по дорожным знакам, не более. Пункт возле торгового центра «Регион» сможет разве что укрыть от дождя. Скамейки, видимо, разломали вандалы. Да и большинство пассажиров ждут вагон по привычке, около рельсов. А это стало небезопасным. Встать-то негде. Тут... хоть бы остановку сделали, какой-то промежуток. А то прямо сразу машины едут. Вот трамвай подойдет и не знаешь, то ли туда идти, то ли не знаешь куда, то ли шоркать трамвай. Через дорогу от региона остановка, в том числе и для автобусов, а потому есть парковочный карман и созданы более-менее приличные условия. А вот здесь ситуация, увы, видимо, в ближайшее время не изменится. Как рассказал один из пассажиров, он обратился в администрацию города, чтобы там решили этот вопрос. Мужчине ответили, это компетенция трампарка. На предприятии, в свою очередь, ангарчанину заявили, слышат об этом в первый раз. Похоже, людям все так же придется бояться проезжающих машин, либо шоркать трамвай. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, новости 360 Ангарск. Беречь свои машины призывают правоохранители автовладельцев. Как показывает практика, в основном кражи происходят в безлюдных местах с неохраняемых стоянок во дворах. Количество похищенных авто в Ангарске в последнее время снижается. Но, невзирая на этот факт, правоохранители просят не терять бдительности. По статистике, угнанные машины были оборудованы всего лишь штатной системой сигнализации. Она не может обезопасить автовладельцев. Чтобы не остаться без колес, полицейские советуют не оставлять транспорт с ключом зажигания даже на короткое время. Всегда закрывать двери, окна и люки, использовать охранные устройства. В том числе затворы для рычагов коробки передачи руля, устройства прерывания подачи топлива. Паркуя автомобиль около магазинов, по возможности ставить его в поле зрения камер видеонаблюдения. Не оставлять в салоне сумки, портфели, ноутбуки и другие вещи, поскольку известны случаи взлома автомобиля менее чем за минуту. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск.
Установка не соответствует ГОСТу. Многих автомобилистов удивило, что часть светофора на улице Крупской на пересечении с Чайковского замотана тканью. Люди задались вопросом, как выезжать от магазина Олимпиады, ведь если не обращать внимания на сигналы объекта, то можно создать аварийную ситуацию. Такая же ситуация и со стороны улицы 40 лет Октября. Как рассказали в ГИБДД, установленные напротив торговых точек светофоры не соответствуют регламенту. Выезжать со стоянок следует, как из обычного, двора. Ведь парковка проезжей частью не считается. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. 6 по 10 октября в кинотеатре «Родина». Большая распродажа шуб. Город Пятигорск. Норка, Мутон, Дубленки. Меняем старую шубу на новую. Пенсионерам скидки. Утепляемся! Вместе с «Мегахенд». Пальто всего 199 рублей 90 копеек. Не может быть! Может! Все в «Мегахенд». Дарим деньги на поездки по промокоду «Ангарск». Активируй промокод в приложении для заказа такси туда. Целый год видеонаблюдения за 0 рублей в месяц. Смотри с любого устройства, где есть интернет. Привезем, смонтируем, настроим бесплатно. РТА Телеком. 612-612. Акция действует при единовременной покупке камеры видеонаблюдения. Акционерному обществу «Труд» требуются повара. Зарплата 60 тысяч рублей. Телефон 8-924-600-1704. 8-924-600-1704 или 8-395-2-419-420. 8-395-2-419-420. Телеканал 360 «Ангарск» приглашает в свой дружный коллектив журналиста, желательно с опытом работы, и менеджера в отдел продаж. Резюме отправлять на e-mail reklama@angarsk360.ru. Требуются расклейщики объявлений. Телефон 612-612. 612-612. Практически все виды медицинских услуг жители Иркутской области получают по обычному полису обязательного страхования в государственных поликлиниках или больницах. А ведь есть возможность все то же самое сделать в частной клинике, без очередей, утомительного ожидания записи, и при этом не заплатив ни копейки. Дело в том, что в Прибайкале уже 40 негосударственных медучреждений входят в систему обязательного страхования. По сути, это значит, что, например, вылечить зубы там можно абсолютно бесплатно. Нужен лишь обычный полис, ну и направление от врача, если требуется провести анализы или другие исследования. Поскольку 40 клиник на всю область – это не так уж и много, лучше ознакомиться с их списком заранее. Найти его можно, например, на сайтах фонда ОМС или регионального Минздрава. Перечень бесплатных услуг для каждого учреждения свой. В одной клинике по полису можно сдать кровь или посетить стоматолога, а в другой сделать УЗИ или томограмму. Немаловажно, что по обязательной страховке реально получить и высокотехнологичную медпомощь. В этом случае для лечения используют самые современные приборы и методики, например, генную инженерию или бескровные операции. Альберт Домнин при содействии НТС, новости 360 Ангарск. Выйти на допандемийное число путешественников, едущих на Байкал, в этом году пока не получается. Согласно прогнозам, в Иркутской области ждали около 1 700 000 человек, но Священное озеро посетили на 600 тысяч меньше. Основные факторы – новая волна пандемии и холодное лето. Напомним, в 2020-м из-за коронавируса турпоток на Байкал в Иркутской области упал почти в половину – до 938 тысяч человек. Ранее ежегодно он рос и в 2019-м достиг 1 800 000 путешественников. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54 88 07. А также все наши репортажи вы можете посмотреть в группах ВКонтакте и Одноклассники. Еще больше новостей в нашем Инстаграм-аккаунте «Ангарск, нижнее подчеркивание, 360». Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья.
Здравствуйте, это «Погода» на канале «Ангара Медиа». Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 7 октября солнечно. Днем температура воздуха составит 9 градусов выше 0. В темное время до плюс 2. Возможны осадки. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. В Листвянке ясно. В обед ожидается до 9 тепла. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 4. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду. А теперь о погоде в Ангарске. В четверг преимущественно солнечно. Днем 10 градусов тепла. Ночью около 0. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале «Ангара Медиа», а я желаю вам отличного настроения в любую погоду.